Приветствую всех на канале Big Toys, меня зовут Оз, и сегодня мы поговорим о кейсе Topic Pack Go X, безопасном методе для перевоза велосипеда в самолете. Этот кейс разработан для шоссейных и трековых велосипедов, в частности для карбоновых великов. Но туда помещаются и туринги с длиной базы до 112 сантиметров. И еще одним параметром важным является размер резины. Производитель заявляет, что найнеры и 27 плюс не помещаются в кейс, а вот 28 до 42 резины точно влазят, поэтому его можно использовать и для такого плана велосипедов. Изготовлен он из поликарбоната макролон, также имеет армированную структуру, то есть алюминиевая рама присутствует внутри кейса, добавляет жесткости ему. Кроме того, у кейса есть колесики, то есть и вы его можете возить как обычный багаж в аэропорту. Вес кейса составляет 10 кг в пустом состоянии, со всеми крепежами 12,8 кг. А сейчас мы попробуем в него упаковать Marine Four Corners. Первый раз в жизни упаковывал велосипед в подобный кейс при помощи инструкции. Заняло это у меня всего лишь 15 минут. При этом мы смогли поместить в него Marine Four Corners в размере M с 28 колесами шириной резины 42. Естественно, резину нужно было сдувать, потому что иначе бы она не поместилась в кейсы. В принципе, очень удобно, быстро и... скажем так, без особого опыта, занимает очень мало времени. А если вы уже не первый раз пакуете этот велосипед, у вас это займет половину меньше времени, 100%. Как вы видите, все закреплено очень надежно. Рама не болтается. Колеса затянуты специальными стрепами, тоже никуда не уйдут. Кроме того, в кейсе есть специальные маленькие карманы для мелочевки от велосипеда. Педали, проставочные кольца и прочее, и карман для инструмента, то есть все, что понадобится для сборки, оно помещается здесь и можно взять с собой. Кроме того, рама установлена на специальный мини-стенд, который потом можно использовать для сборки, разборки велосипеда. Очень удобно, очень практично, занимает мало времени, все компактно. И главное, велосипед защищен. Трансмиссия велосипеда находится в специальном чехле, что не дает ей испачкать остальные вещи, которые вы можете допаковать сюда в кейс, помимо велосипеда. Спортивные шорты, спортивную одежду велосипедную, шлем и так далее. В общем, если вы часто путешествуете на какие-то гонки, то этот кейс станет незаменимой вещью в путешествии. Ссылка на кейс будет в описании к видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал. В ближайшее время будет много обзоров о новых велосипедах в нашем магазине.